Ой, здравствуйте. А кого я не узнала? Почему? Ольга. Борозда. Ты что, ты представляешь, я не знаю людей. Я уже века обморозилась в Клинском районе, что я даже людей не знаю. Так, а чуть у нас они стали такие коротенькие. Когда мы ехали сюда, все вот эти блицепы стояли по обочинам. А почему он проезжает? Значит, у него нет документов. Видите, как все у нас бывает интересно. Вот так вот. Ненужный балласт у нас стоял рядом на обочине, а теперь... А? Еще-то въезд есть никуда? Нет, они сейчас кругом поедут, они, видите, как балласт оставляют на обочине, а теперь они проезжают мимо. О, какая, видите, прелесть. Вот такой житель видит и слышит каждую ночь. Тут у нас такие медицины. Руководство. ДПС, милиция стоят у нас как одинокие. С грустью наблюдают то за жителями, то за мусоровозами. Вот они, симфония Баха. Так, а вот жители Чистякова у нас совершенно меня отпускают. Пойдемте послушаем, что там они хотят. Вот еще, смотрите, у нас тут едут и едут. На самом деле здесь милиции больше, чем жителей. Ладно. Жители потом расскажут, о чем он ведал, господин Чистяков. Еще раз напоминаю, охрана и за людей порядка, за начальником МВД Клинского района. Вот видите, куда там звонит, наверное, что-то хочет уточнить руководство. Так, у нас машина у нас почему-то проехала 112 дальше. Сейчас она, наверное, повернется. Детьми защищаете своих детей. Да. Скорее всего, конечно, полиции намного больше, чем жителей.